прям подошла специально, думаю, какой красивый букет. Неужели настоящий? Ну, конечно же, нет. Вот мебель опять такую красивую. Это плетеная, видите? При том, что плетеная она, это из каких-то не настоящих материалов, а просто какой-то синтетическая штука, но стоит 1095, видите? И это еще со скидкой, а была вообще 1375. Вот этот вот столик плетеный, два вот таких кресла. Не знаю, может, кресло-качалки, сейчас попробую. Ой, я села, но никакие не качалки, а просто обычное жесткое кресло. Хотя сидеть, конечно, тут классно и удобно. Мне прям даже вставать не хочется. Ой, как классно, супер. Я гуляю целый день. Что-то прям села и не хочу вставать. Боже мой, что творится, устала. Это ж, как вы понимаете, я в Бизи-Би опять. Занятая пчелка. Магазин для всех. И все, что хотите, можно здесь найти. Мне очень он нравится. А также и кафе здесь неплохое. Очень хороший кофе и недорого. Вот еще такой наборчик. Маленькие два кресла и столик. Вот уже, пожалуйста, 299. Это все со скидками, друзья. Ну, как-то, конечно, намного дешевле, чем тот, но все равно дорогой, по-моему. Вот угловая вот такая вот мебель. Не знаю, тоже на любителя. Но дорого, вы посмотрите. 1500 фунтов. Вот всего лишь навсего. Угловой такой вот диван. Видите, там на подушке лежат, просто на раме такой из дерева. Деревянный стол и две табуреточки тоже. Вот на них сверху, сами они металлические, а сверху просто вот такая накидушка. Но за что 1500? Не знаю я. Вот обычный диванчик плетеный на два сиденья. Бенч, лавочка называется, да? Ну вот, 149 фунтов. И это все, еще раз говорю, стоил 200. То есть, ну, в сад, может быть. Прям даже не знаю. Вы знаете, почему так дорого вообще-то, я могу вам сказать? Ну, во-первых, потому что магазин огромный. Как только огромный магазин, так сразу у них наценки на все. А во-вторых, еще, так как наш остров, доставка очень сложная. Доставляется на паромах, все это должно оплачиваться, естественно. И у нас цены бывают даже выше, чем на мейнленде, на большой земле. Посмотрите, что я нашла, что я увидела. Вот такие вот красивящие. Называется террариум. Плант террариум для растений. Вот такие бутылки, видите, огромные. Вот здесь 15-литровая. Вот. Вот здесь рядом 5-литровая такая, видите? Дальше 35-литровая, во! И самая большуханская, вот она стоит. 55-литровая. Плант-террариум. Она прям бросилась, хотела купить. Но когда я увидела цену, друзья, вот это вот за 15 литров. Вот эта цена за 5 литров. Ну вот за 35 литров 60 фунтов и за 55 литров 79. Вот сразу пыл мой поутих, так скажем, да. Но зато вы видите, вот что тут. Тут же сразу они целый стеллаж. Вот у них земля. Вот для этих плант-террариум. 3,99. Вот сразу у них мелкие камешки такие. 6,99. Серые и белые. Террариум украшать. А здесь вот даже вот такая вот коряга живописная. Посмотрите, сколько она стоит. 35,90. Вообще, конечно, ну, может быть, в дворцах где-то, в красивых, в огромных особняках. Но уже, конечно, не для меня.
Я извиняюсь, а жаль. Вот тут смотрите, что увидела. Вот такая вот штука, пирамида. Кстати, тоже она для растений. Туда внутрь ставится горшочек с каким-то кактусом или с чем. И вот так вот можно подвесить, можно ставить. Модно сейчас, красиво. Искала, где же у нее дверца, а у нее, оказывается, вот просто здесь в одном месте нет стекла. Мне нравится, друзья, вот это вот все. Видите, как выглядит вот она, эта бутыль без упаковки. И даже для нее, видите, специальная вот лопаточка и грабельки на длинной ручке. Специально, чтобы там разравнивать, разрыхлять эту землю. Но вообще-то я, конечно, не знаю, как. Это же, наверное, трудно в такое узкое горлышко все это засыпать, потом еще как-то сажать. Вот как это все? Я не знаю. Хотя, конечно, выглядит красиво. Вот такие садовые фигуры тоже очень популярны. Мне нравится. Но тоже дорого, видите. Ну, вообще-то не так уж и дорого. 60 фунтов вот тот вот с футбольный вратарь. 60 фунтов, если учесть, что 70 та бутыль. С чем сравнивать? Еще посмотрите, супер какой. Мне нравится. Это «Игра престолов». Видите, дракон обалденный. 120 фунтов. И вот это вот трон. Железный трон. Боже, как классно, большой и маленький. Сделали специально. А здесь, смотрите, еще и на этом троне восседает дракон. И недорого, всего лишь 28 фунтов. Мне нравится, классно. Кстати, смотрите «Игру драконов», вам нравится? «Игру престолов», то есть, как вам нравится? Я разочарована. Что они 10 лет снимали, такие красоты, такой сюжет. И вдруг вот так вот они, боже, все спустили на тормозах. Абсолютно мне не понравилось. Называется «Закончить, чтоб только закончить». Вот все скомкали. Что вы думаете по этому поводу? Я разочаровалась, уж страшно. Вот еще такой есть здесь отдел пряжа. Тоже кто-то спрашивал, как у вас пряжа. Я уже от этого так далека. Мне просто жалко своих глаз, жалко времени, чтобы это вязать. Раньше, когда не было этой пряжи, было все так трудно достать. И хотелось вязать, я даже не знаю почему. А сейчас всего полно, чего хочешь. Вот я пройдусь там, чтобы вы посмотрели, сколько это стоит, какая здесь пряжа. Большая, маленькая, всех цветов. Ну вот, и я даже... Как-то, помню, купила что-то, пыталась себе связать шарфик какой-то. Потом внукам связала парочку этих самых свитерочков. А дочка написала, что «Мама, ты связала так свитер, что у него голова не влезает в эту, в горловину». Все, я закончила на этом. Тратить массу времени, портить глаза, да еще и не в удовольствие деткам, да ну. Сейчас, по-моему, легче купить это все, как вы считаете? Вот еще хобби тут. Крафтс. И хобби. Хобби вязать, хобби вышивать. Вот тоже для вышивок такие. Ну, дорого опять. 25 фунтов, боже. 25,7. Пяльца. 3,95. 4,15. А большие. 4,29. И иголки. Нитки. Ну и нитки можно купить, по-моему, сейчас тоже. Вот я на eBay покупаю, там вообще за копейки. Ну или даже у нас в паундовом магазине 1 фунт, там полно. Вот здесь опять бисер, пуговицы. Спицы, какие хотите. Видите, вот крючки, иголки. Вот такой отдел. Крафт называется, рукоделие. Вот хочу вам показать в этом же отделе, видите, вот здесь такой стол специально. И здесь вот эти вот вам любые можете посмотреть.
что хотите связать деткам, себе. И все тут описание, как это вяжется. И вы можете найти все, что желаете. Видите, носочки, чулочки. В общем, тоже здорово. Ну вот, что написано, 3,75 цена. Может быть, если вам распечатают вот такую штуку, 3,75, не знаю за что, честно говоря. Вот нитки мулины еще напоследок. Какие хочешь. Какие хотите. Все, что хотите. Рубль 20, фунт 20. Вот такой маленький моточек. Бери, не хочу. Вот смотрите, вот эта ваза на ножках. Видите, вот как чешское стекло. Вот она стоит 37,50, видите? Вот я ее крутила-крутила на кабуцели, вот такую. 2 фунта за нее просили. Тоже не разбитая, ничего. Вот поменьше она, правда, была, вот как эта. Сколько она стоит? 25,50, вот видите? Женщина за 2 фунта продавала, но я подумала, куда мне ее, боже, не надо. Хотя нравится мне. То есть я хочу сказать, что все вот эти вот красоты, которые очень дорого здесь стоят, это чешское стекло раньше называлось, не знаю, как сейчас. Но легче потом это все купить, я не знаю. Хотя, конечно, многие со мной поспорят, что скажут, да ну как это, кто-то уже это все использовал, вот лучше новое купить. Но я согласна насчет посуды, например. Вот не хочется покупать, если она уже БУ. А вот статуэтки какие-то, если они не поломаны, если они также помыл и они как новые, зачем переплачивать 10 раз? Не знаю, показывала вам или нет, еще вот такие вот очень модно. Вот эти фонари уличные. Туда, это здесь просто, они здесь поставлен цветок, а вообще это для огня. Это вот даже, видите, типа морского какого-то такого фонаря. Ставится внутрь свеча. И перед саду над столом вечером семья сидит, и у них вот эти вот всегда такие вот горят красивые, защищенные от ветра вот эти подсвечники, как они называются, фонарики такие, очень модно, почти у всех в садах, здесь у англичан есть такие. Они разные, большие, маленькие есть, белые, черные, золотистые, серебряные, всякие. Красиво. Мне очень нравятся всякие вот эти вот декоративные штуки украшать свое жилище. Обожаю. Но для таких, конечно, вещей, которые здесь продаются, это надо иметь хороший огромный дом. Выходить замуж за богатого. Да? Да. А это опять за богатого замуж, вот вполне возможно, но опять же, вот смотря кому как повезет. Но если посмотришь, каких они жен себе берут, эти богатые, новые наши, русские, вот, каких они берут порой глупых себе в жены, абсолютно удивляешься. Не люблю я, конечно, брюзжать, ворчать, что-то такое кого-то обсуждать, ну... Никак без этого, как же, понимаете, все свое мнение опять же высказываю. Это уже прожив жизнь, посмотрев много, есть чем сравнить, и есть уже какие-то такие вещи, которые я озвучиваю вот для вас, то, что я уже своего жизненного опыта знаю. Вот такие ароматизированные штуки, очень тоже красиво сделаны. Очень симпатичная. И запах хороший. Вот тут и свечи, и палочки ароматизированные. Я что-то решила вам сделать обзор посуды, да? Показываю. Это вот для сыпучих. Вот еще для сыпучих. Банки какие хотите. Вот такая для выпечки посуда, пожалуйста, пинкейк. Вот это вот запекать в духовке, как вы понимаете.
Это сок выжимать. Ой, чего только нет. Чего только нет. Посмотрите, какой дорогой чайник. Фарфоровый, 55 фунтов. Нравится мне, конечно, посуда красивая. Ой, ну вот были бы деньги. Ну куда это? Я тут чайник вам показала 55, думаю, дорого. А этот, посмотрите, вообще малюсенький, 30 фунтов. Почему? За что? Вот масленка 18 фунтов. Ну одуреть просто. Одуреть, слушайте. Вот такая вот обычная тарелочка, 12 фунтов. Это, наверное, подарочная, что ли, даже не понимаю. Потому что вот, видите, вот этот вот подставочка для того, чтобы вам вытащить чайный пакетик, положить, да? 11 фунтов стоит. Ну, куда это? И мне чем нравится вот гулять в этом магазине Бизиби и вам показывать. Потому что тут постоянно ассортимент меняется. Вы знаете, вот приходишь через месяц, все уже новое. Ну, есть, конечно, что-то, то, что повторяется. Но вот много очень нового. Ну, не прелесть ли вот эта вот сырорезка? Прям Францию мне напомнила сразу. Женщины любят посуду, я знаю, тоже спрашивают меня. Покажите посуду иногда. Вот здесь вот целый стол вот такой вот посуды керамической. Не знаю, это, конечно, на любителя. Но показываю вам. Вот такой веселенький набор. Тоже. Ну, вы знаете, довольно тяжелая. Хотя это можно набором купить, а можно купить по штукам. Вот 4,95 салатник вот такой. Маленький, вот 3,95. Тарелочка 4,95. Вот бери, не хочу. Ну вот я показала вам кое-что, друзья. Так, выборочно. Надеюсь, вам понравилось. Если что-то хотите еще увидеть, пишите мне. Я постараюсь выполнить ваши пожелания и буду показывать вам то, что вы желаете. А на этом я с вами прощаюсь. Берегите себя, удачи, всего вам доброго, пока-пока.